Я хотел учиться на английском языке, это было принципиально важно. Мне хотелось получить западное образование, чтобы у школы был западный и признанный международный диплом, и чтобы у меня была возможность не отрываться от своей семьи и работы. На мой взгляд, образование – это дело лично каждого студента. То есть ты должен быть очень мотивирован для того, чтобы чему-то научиться. И школа, она дает некий guidance, она открывает горизонты и возможности для того, чтобы получать новые знания, но получать эти знания тебе нужно самому. Вот, поэтому идти в бизнес-школу с ожиданием того, что тебя там всему научат, наверное, не совсем правильно. Вот, нужно идти с готовностью эти знания добывать, и много усилий этому посвящать. Усилий потребовалось несколько больше, чем я ожидал, но и поле оказалось намного шире, чем я думал. Ну, я бы посоветовал серьезно подойти к выбору. Я бы советовал прежде всего настроиться самим на учебу, понимать, что это ответственный шаг. И если ты проинвестируешь туда силы, то мне кажется, что будет хороший результат. Вот. Нужно быть готовым инвестировать силы и время, и быть готовым увидеть и открыть для себя нечто новое, чем ты не подозревал. То есть можно прийти с одной моделью своего будущего, а выйти с моделью, ну, несколько иной. Вот. Быть готовым к изменениям.